17 заявителей просят выдать им разрешение на использование муниципальной земли в коммерческих целях. В большинстве случаев речь идет об объектах общественного питания, располагающихся в районах частных домовладений. Предприниматели намереваются в курортный сезон выносить столы на прилегающие территории. Просят разрешить. Но такой организации торговли и оказания услуг в Анапе не будет. Это позиция главы города. Во-первых, назначение земли ИЖС не предполагает ведение коммерческой деятельности и тем более захвата муниципальной территории, а во-вторых, портит облик курорта. Привести в соответствие все, что с объектом, если хотите продолжать свою деятельность, на своей территории, на частный вопрос, держать мы будем, но приведите все в соответствии с требованиями действующего законодательства. Что касается размещения столов, стульев, однозначно и ГИБДД, я думаю, и все члены комиссии думают о том. Такая же однозначная позиция в отношении и любой другой коммерческой деятельности на тротуарах и газонах. К этому курортному сезону глава города поручил привести в порядок все муниципальные территории, восстановить газоны и пешеходные дорожки. Торговля должна осуществляться только в отведенных для этого местах и на законных основаниях. Отказ получил и предприниматель, желающий установить на пляже детскую игровую площадку. Пляжные территории мы предоставляем нашим санаториям, оздоровительным комплексам детским, да, то есть максимально все это будет предоставлено им в первую очередь. Предпринимателям ни под что мы предоставлять не будем. Почему, объясню, потому что санатории берут для своих клиентов, для своих потребителей, да, они там не продают ничего. А вы будете там коммерческими делами заниматься. Обычная детская игровая площадка при первом же контроле оборачивается каким-нибудь батутом, бассейном с грязной водой и рядом стоящим киоском с продажей пива. Вот это называется, вот в этой зоне я видела только это. Также на заседании коснулись темы стихийного рынка в селе Цибанабалка. По этому вопросу было решено организовать выездную проверку на место несанкционированной торговли. Руслан Душевский, Анапа регион.